сорт острого перца цицак. Все знают, что это за перчик. Это такие вот крупные плоды светло-зеленого цвета. Потом они постепенно созревают, становятся оранжевые и в конце красные. Все знают, какой вкусный цицак в соленом виде. Этот перец не очень острый. Острота у него от 15 до 35 тысяч сковелей. При солении острота у него постепенно падает. Ну, через 2 месяца этот перец может даже кушать ребенок. Срок созревания у такого перца от 100 до 110 дней. Высота куста может достигать от 60 до 80 сантиметров. Вкус у него пряный. Это, можно сказать, такой не слабо острый и не среднеострый. Что-то между слабоострым и среднеострым. Плоды могут достигать от 15 до 20 сантиметров. Для засолки берут вот такие вот светлые плоды, еще зеленые, потому что у них шкурка не имеет волокон. И она очень-очень тоненькая. В красном состоянии шкурка уже становится более жесткая. И этот перец уже для соления непригоден. Ну, хотя можно солить, но шкурка у него будет более плотная. Перец это однолетний, очень хорош при выращивании в открытом грунте. Также он любит более прохладные климатические условия. В жаркой погоде он очень-очень плохо растет. Его надо притенять, либо выращивать в теплицах. У кого прохладный климат, это, как, к примеру, Западная Украина, там этот перец выращивает большими площадями, и перец этот довольно хороший продукт для засолки, для заготовки. Также с него можно делать порошки и специи. Этот перец неприхотливый, можно выращивать уже везде, даже на подоконнике дома. Главное, чтобы не было высокой температуры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.